Ну, я, если вы не спрашиваете, я могу сказать сам. Ну, смотрите. Четвертый пенальти Зенитом. Меня бьет Дзюба. Да? Я его ловлю. Аверьянов. Уверенно. Я вышел. Где камера? Это что? Ну, ты можешь сказать? Это не то же самое? Наверное, даже более. Наверное, даже более то же самое, да? Только это решающий момент, да? Не 4-0. Почему я не должен написать пенальти отбитый, а Шунин должен? Меня били два пенальти сегодня. Перед каждым ударом, как Казарцев там, хер его знает. Стоим на линии. Это они все знают, как сказать красиво. Но вот это сделать, взять на себя, никто не может. Почему? Зачем ВАР? Зачем Карасев? Это решающий момент игры. Когда, чтобы вы понимали, игрок бьет пенальти по вратарю, если вратарь сокращает 11 метров до 9, то, что я сделал, да, по сути, с Дзюбой, вопросов нет. Если по букве закона, да. Это то же самое. Почему нет? Мы не заметили, что игроки Ростова протестовали. А там протестовали? Там хоть кто-то протестовал? Дзюб протестовал. Дзюб за иглу схватился, побежал бы ко мне. И все побежали вперед. Никто не протестовал. Карасев не протестовал. Егор, понимаю, но вот сегодня в этой ситуации, наверное, 4-0 был счет. 4-0 счет был. Зная эту историю, наверное... Зная эту историю, если уже в этом чемпионате это уже было, почему нет? Почему нет? Ну, следом забил Ковым, значит, или что, я не знаю. Ну, конкретно вы успели как-то своим партнерам сказать, что Шунин... Я ничего не должен своим партнерам говорить, есть судья, есть прецедент в этом сезоне. Мы зашли в раздевалку, посмотрели пенальти, который был назначен на второй, да? Человек бьет головой, Норман бьет вот так вот параллельно, даже не касается тела, не касается. Даже, я не знаю, просили ли они пенальти, но это смешно. Игра важная для них, для нас, понятно, что да, там... Мы проиграли. Зенитом мы заслужили поражение. Сегодня мы не заслужили поражение. Несомненно, это так. Вот об игре, если можно, все-таки ну, невзрачно она так получилась. Невзрачно, наверное. Невзрачно. Хорошо, невзрачная игра. Мы забываем, я считаю, отличный гол. Динамо, да, там, отрывками. Мы владели мячом, они владели мячом. Создавали моменты. Первый пенальти, да, хорошо. Пусть будет. Второй тайм. Ну, понятно, что тяжелое поле, да, нужно больше времени игрокам после приема мяча для принятия решений. Ну, да, и где-то теряли, да, немножко. Не точно передачи, не точно какие-то были точности. Но в целом, не сказать, да, что кто-то заслужил поражение или победу. Да. Не хоть, конечно, немного, естественно, не хочется проиграть, но я не думаю, что у болельщиков Ростова, у тренера, да, мы уже услышали какие-то претензии там, по игре, по отношению, по содержанию, по всему. Ожидая, когда будет момент со вторым пенальти вашего... Замерзли мы пока, ожидали момент со вторым пенальти. Ну вы думали, что все-таки скорее его не будет? Ну, уже было понятно, что будет. Ну, я не знаю, чувствую всегда, в какие моменты чувствуешь. Сердце, не знаю, чем угодно. В этой ситуации вы прыгнули в тот угол, куда пробил это первый уже, раз? Да, это всегда, когда один игрок бьет второй матч, второй пенальти в матче, всегда очень тяжело... И ему тяжело, да, и Тахарю тяжело. Я не угадал, что он поменяет. Что Валерий Георгиевич сказал в раздевалке? Сказал, что молодцы. Сказал, что... Да что просто такой игры сказать? Когда проигрываем не Динамо, а Супер. Я не знаю, я говорю, не знаю, если у вас какие-то есть там моменты, кто-то из Ростова сегодня выглядел плохо или там... То точно нельзя сказать. Ну что ж, спасибо. Спасибо.